Привет. Все в сборе уже? Привет. Да, заждались уже. Дорога хорошая, мы уже скоро. Череповец. Для кого-то лишь точка на карте, где-то между Москвой и Питером. Для кого-то это малая родина, где прошло детство. А еще это город возможностей, где стоит жить и работать. Город, который не похож на другие. Город не такой, как все. Если вы смотрите этот фильм, то, вероятно, о Череповце уже что-то знаете, слышали или читали. Может, зажигали огонь спичками от местной фабрики? Или пели под гитару песни Башлачева? Может, восхищались в Третьяковке картинами Василия Верещагина? Или смотрели на «Медни» Леонида Парфенова? Что еще на слуху? «Фосагро» и «Северсталь». Хоккей и волейбол. Привет, братик. С возвращением. Пожалуй, и все, что слышно о Череповце за его пределами. Череповец никогда не укладывался в рамках традиционного представления о провинции. Не областная столица, а жизнь кипит. Люди вроде бы вологодские, но не окают. Город промышленный, но очень зеленый. Словом, не такой, как все. Череповец. Его история от уездного города до самого крупного промышленного центра северо-запада — это история тысячи людей, живущих и живших здесь. И будущее нашего города, его новый облик, будет таким, каким захотим его увидеть мы, череповчане, каким захотим сделать его для своих детей. Город комфортный для жизни. В эту фразу сегодня вкладывается многое. Благоустройство и транспорт, рабочие места и уровень зарплаты, возможности для образования и личного развития. Но прежде всего, в комфортном городе должны жить счастливые и здоровые люди. А знаете, что я хочу вам сказать? У нас многое меняется. И меняется к лучшему. Поликлиники, больницы почти все отремонтированы. Закупается новое, современное оборудование. Врачи проводят уникальные операции. Вот был ковид, нелегко пришлось врачам, но город справился, медицина сработала четко. Хорошо, что бизнес помог городу, а как иначе? Беда общая, но выстояли, справились. Здоровье важнее сохранять, чем лечить. Об этом еще в прошлом веке говорил наш земляк, великий кардиолог и хирург Николай Амосов. Он доказывал, что возможности человека могут быть безграничными, если регулярно заниматься физическими упражнениями и много двигаться. И в последнее время очень многие стали это понимать. Так дешевле и приятнее. Люди в спортивные центры ходят. Они у нас в каждом районе, даже с бассейнами. Спортивные площадки с тренажерами тоже не пустуют. Есть целые группы скандинавской ходьбы. Кстати, они медали даже с мировых соревнований привозят. Там такие бабушки, не догонишь. Понедельник у нас цигун, вторник бассейн, среда тропа здоровья. Мы так привыкли к этому, что если пропустим день-два, то как-то чувствуем себя не так. Это такой заряд бодрости. Любые болячки побеждают. А вообще, молодежь тон всему задает. Мы же не только в интернете сидим. Экстремалов в городе у нас очень много. Видел, сколько ребят на скейтах катаются? Классный скейт-парк построили, да? Еще бы велодорожек побольше, ведь это так удобно. Сел на велик и доехал куда нужно с ветерком. Молодые люди, не подскажете, как в Заречье проехать? Это вам 13-й нужен.
Остановка через дорогу. Ага, спасибо. А, еще приложение скачайте, удобно им пользоваться. Благодарю. Помню, лет 25 назад так автобуса вообще не дождаться было. А уж пройти внутрь салона, так это вообще большая удача. Бывало, едешь на последней ступеньке на одной ноге и радуешься. Теперь ты на работу точно успеешь. Ни о каком комфорте и речи не шло. А сегодня автобусов полно, даже гармошки снова появились. А когда придет следующий автобус, можно по приложению посмотреть. На остановках табло электронное с расписанием висят. У меня машина есть, но я люблю иногда в автобусе проехать, вспомнить красоту города, посмотреть. Советский проспект. Слышали озвучку? Это озвучивает остановки «Московский диктор». Едешь в автобусе по Череповцу, а ощущения как по столице. Мы любим гулять в городском парке, в соляном саду. Здесь тихо, уютно, много зелени. Парк старый. Его разбили еще при Иване Милютине. Он в конце 19 века был городским головой Череповца. Он тогда всем своим подчиненным дал распоряжение привозить из разных уголков страны ценные деревья. Здесь прямо был ботанический сад когда-то. Сейчас парк восстанавливают. И многое уже сделали. Красиво стало, правда? А вообще в городе появилось очень много интересных мест. Идешь мимо, смотришь. Раньше был пустырь, а теперь сквер. Деревья, лавочки, детские площадки. Душа радуется. Набережную вот вовсю строят. У нас две реки в черте города. Не каждый город такое богатство имеет. Посидишь, погуляешь, на воду посмотришь. Красота! Там самый лучший отдых. Слышал, что город выиграл грант на строительство набережной. И это хорошо. Вот говорят, что в провинции все однообразно и серо. Что люди живут дом, работа, работа, дом, ничего не замечают. А это ведь не так. Еще как замечают. Вот я считаю, что в любом городе, даже в очень маленьком, может быть очень красиво. Как-то по-своему, по-особенному. У нас в этом году к зиме не только елки поставили, но и подсветку сделали во всех парках и на улицах.
И знаете, так радостно на душе. Едешь с работы, любуешься, и сразу настроение поднимается. А то у нас солнце на севере зимой почти не видим. А теперь нормально зимуем. Всю зиму светло. Привет! Привет! Ко мне завтра друзья приезжают из Нижнего. Просят город показать. Надо что-нибудь придумать. Мы все хотим видеть Череповец туристическим центром. Конечно, есть скептики, которые над этим подсмеиваются, но зря. Конечно, не все у нас идеально, но город стремительно меняется. Он становится более ярким, более комфортным. А если в нем уютно горожанам, наверняка будет уютно и нашим гостям. Мне бы очень хотелось, чтобы в наш город приезжало как можно больше людей. А скептикам я скажу, изучайте историю своего города. Она этого достойна. И это самый надежный путь понять и полюбить свой город. На сегодня у меня все. Следующая тема – мифодизайн. Об истории Череповца написано несколько прекрасных книг. Если вам интересно, обязательно прочитайте. Там и про основателей города, инока Афанасия и купца Феодосия, и почему город носит такое имя. Кстати, спойлер. Легенда про Екатерину и Череповцы не более, чем просто легенда. А еще в этих книгах есть истории о рублевой и копеечной сторонах Воскресенского проспекта, про нашего мудрого городского голову Ивана Андреевича Милютина, о семье великого русского художника Василия Васильевича Верещагина, про знаменитую в свое время Мариинскую водную систему и еще про то, что Череповец – это город пяти морей. Если посмотреть сверху на пересечение улицы Ленина и Советского проспекта, то можно увидеть правильный восьмиугольник. Когда-то это была торговая площадь. Здания из красного кирпича появились уже позднее. Говорят, в мире всего две площади такой формы. Одна в Париже, знаменитая Вандомская, а другая в русском провинциальном Череповце. Thank you.
Конечно, есть что посмотреть. Для туристов специальные аудиогиды разработаны по исторической части города и музеям. Но, кажется, сегодня Череповец многим гостям интересен именно своими промышленными гигантами. Вот вы видели, как производят минеральные удобрения? Как льется сталь? Это же такая махина, город в городе. И это все можно увидеть своими глазами, практически на расстоянии вытянутой руки. В Череповце есть два музея – у металлургов и у химиков. Крутые музеи, заполненные реальностью, с фотозонами, с панорамами производства. Такое редко где увидишь. И впечатление на всю жизнь и у детей, и у взрослых. Великая Отечественная война стала очень разрушительной для всей нашей страны. Немецкие войска уничтожили практически 40% сельского хозяйства. Была потеряна почти половина трудоспособного населения. Во время Великой Отечественной линия фронта Череповец обошла стороной. Но на годы войны город стал крупнейшим эвакуационным пунктом. Только госпиталей было открыто около 30. Сюда, по Ладожскому озеру, вывозили истощенных людей из блокадного Ленинграда. Привозили тяжелых раненых с фронта. Местные работали в больницах, выхаживали, лечили, кормили. Всего за годы войны город пропустил через себя 2,5 миллиона человек. И это тоже подвиг. Трудовой, героический, человеческий. Говорят, что череповчане не окают, как все вологодские. А знаете почему? Ну, во-первых, город только в 1937 году стал частью Вологодской области. А во-вторых, в середине прошлого века на строительство нашего металлургического завода приехали люди из совершенно разных уголков нашей страны. У каждого свой говор был. Смешалось все, как в Вавилоне. Строили завод, запускали его. Многие так и остались здесь жить. И дети их живут до сих пор, и внуки, вот и не окают. Города многое говорят в последнее время, что все мы зависим от крупных предприятий. Конечно, они наш главный двигатель прогресса. Что Фосагро, что Северсталь, на них работает более 40 тысяч череповчан. Ну и другие сферы у нас есть. Вот ребята наши. Вездеходы собирают, свои бойки. В крупных выставках участвуют. Дома строят по всей России. Роботов разрабатывают. Нординкрафт, если услышите, это наши.
Левша ведь тоже не в столице жил. Смекалка от прописки не зависит. Вы видели теплицы, когда в город въезжаешь? Круглый год там зелень, огурцы, помидоры растут. Их прямо в наши магазины свеженькими завозят и в другие города отправляют. Экологично и вкусно. Еще в 19 веке Череповец называли русским Оксфордом и северными Афинами. Только представьте, в 1894 году в провинциальном городе на 4000 населения приходилось аж 800 учащихся. Знаете про это? Вот так. Человек с книгой был главной городской приметой того времени. Конечно, без образования сейчас никуда. Все об этом знают. И молодежь стремится учиться. Юные череповчане побеждают на олимпиадах различных уровней, проводят исследования и делают открытия. Ну что, ребят, начнем? Помимо школьной программы, многие ребята увлеченно занимаются в кружках и секциях, где с детьми работают талантливые педагоги, учителя с большой буквы. Давайте заглянем в Кванториум, детский технопарк в самом центре города. Творческая атмосфера и креативное мышление – важная составляющая каждого занятия. Школьники здесь изучают робототехнику, программное обеспечение, промышленный дизайн. Исследуют альтернативные источники энергии и виртуальное пространство. Интересно? Еще бы! А у кого-то из них это станет будущей профессией. Теперь вы знаете, что такое хард и софт-компетенции. Я считаю, что талантливую молодежь необходимо поддерживать, создавать условия и давать возможности. Сегодня городские школы и лицеи дают образование старшеклассникам по разным направлениям и помогают с выбором профессии. Череповецкие колледжи и университет работают в связке с региональным крупным бизнесом, как будущим работодателем своих студентов. И даже уезжая учиться в столичные вузы, ребята возвращаются в родной город, потому что здесь их ждут и дают возможность строить карьеру и развиваться. Вот, например, у ФосАгром разработана целая образовательная программа «Школа, колледж, вуз, предприятие». Между прочим, это ноу-хау, признанное на уровне страны. И своих первых специалистов предприятие готовит еще со школы. Большие средства вкладываются в процесс обучения и развития детей. И первые специалисты уже работают на предприятии, но регионы перенимают опыт. Сегодня у нас много строек. Новые дома, парки, дороги, развязки. Один новый мост чего стоит? Долго его ждали и дождались. Смотрите, какой красавец! Откуда у провинциального города деньги, спросите вы? Да, было дело, жаловались, что нет их. Ни на ремонты, ни на парки, ни на дороги, ни на освещение. Но появились же возможности. Тут главное понимать, в какую сторону двигаемся. Что люди хотят, каким свой город видят. И сегодня это понимание у городской власти есть. Возможности, которые появились, это федеральные программы и гранты. На благоустройство и строительство, на развитие образования, культуры и туризма. Многое делает для региона и крупный бизнес Череповца. Так что промышленный город имеет и много плюсов.
Наш Череповец живет. День за днем. Меняется, развивается, растет. Деревянные дома сменяются каменными. Узкие улочки широкими проспектами. Пустыри красивыми парками. Город всегда наполнен людьми, которые дают ему свою энергию, свою любовь и свои знания. Мы меняем города, в которых живем, и делаем свои города лучше.